Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Всем привет и добро пожаловать на канал Джонни Плей. Мы с вами продолжаем проходить приключения нашего бравого куренка в войне с гребаными пингвинами. Нет, да? Ну ладно. Так, как тебя застрелить? Напомни мне. Вот так. Замечательно. Поехали. А зачем это было сделано? Вообще нелогичный ход был. И чё? И зачем? Не-не-не. Вот зачем. Это если я накосячу, а я накосячу, это чтобы иметь возможность заново сюда залезть, потому что вот в этом писюличном углу он бы меня заколотил только так. Ага, сюда, да? Нет. А, наверх надо было. Ты залезешь же наверх, правда? Ты ж меня не подведешь? Не подведешь. Так. Воу. Я что-то... Блин, как я и говорил раньше, очень стрёмно сделаны. Не видно, что спереди, что сзади находится. Куда можно лезть, куда нет. А кошуля. Охренеть. Так, это свой. Мужики. Здорово. Чё, как? Как дела? Так, вниз. Пойду-ка я вниз, наверное. Давай. Не-не-не-не-не-не. Блин, сильны твари. Просто нереально сильны. А мне вниз пока не надо. Ну, в принципе, заранее сходил. Самое то. Больше они там не появятся. Аптечка. Окей. Взял. Мне наверх? Да. Да, скотина. Отлично. Так, а налево или направо? Скорее всего, направо. Так что сходим налево, посмотрим. Ты что, издеваешься, что ли? У тебя же 8 лет подготовки в специальных куриных войсках. Вот. Отлично, туда не пройти. 8 лет подготовки коту под хвост. Такс, что у нас тут? Это что за херня? Так, тоже тупик. А что с ней сделать-то нужно? Нет, не то. Вот так. А как ее подорвать, я не помню. Как-то же ее можно было подорвать. Нахер бы с ней, я не помню. Так. Эй, ты! Давай тревогу включай. Мужики, ну что вам надо? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я не могу поверить в это. Он все еще жив? Брно, что ты видишь? Просто маленького трусливого цыпленка. Быстро, помоги мне справиться с волной. Волна первая, в атаку. Такс, хорош. Впечатляет. Волна 2, уничтожить. Ё-моё. Бляха-муха. Не-не-не. Дебил. Не-не-не. Ух ты, нихера себе, как повезло. Волна 3, убить. О, хорошо. Ай-яй-яй. Ёб... вашу мать. Не-не-не-не-не. О, отлично. Блин. Воу-воу-воу.
Они нереально сильные, блин. Что теперь? Он умер? Волна 4. Разрушить. Сокрушить. Все? Отлично. Слушай, ты... Волна 5. Заколебал. Ай-яй-яй. Вот тут я даже не знаю, кто из них опасней. Ну чё там, вашу мать? Я думаю, мы лучше пойдем. Да-да-да, валите нахер отсюда, уроды. Я убью его в другое время. У него еще щит какой-то был. Ух ты. Два варианта, или за ними, или туда. Давай сначала туда сходим. Так, карточка, хорошо. Хорошо. Предположим, теперь пойдемте туда. Я не знаю, ну, в принципе, карточку взяли. Думаю, она пригодится. Пошли. Да, это будет сложная битва, наверное, с ним. У него какое-то силовое поле есть. Давай. Обоих? Отлично. Так, патроны можно забрать, я сюда не вернусь. Пушки, и я что-то там, какие-то ракеты. Ёб твою, у него два... Два СМГ в руках просто. МАК-10 или что это? УЗИ, хер поймешь. Но что-то серьезное, еще и... Мудаки. Блин, половину ХП сняли, твари. О, отлично. Вот и карточка пригодилась. Нет, он жив? Это ж свой. Красный это свой. А, путь в подземку. Глава номер 11. Блин, надеюсь, что с тем красным все нормально. Твою мать. Оба. Оба, хорошо. Так, патроны нужны. Сюда я не пройду. Перезаряжаться в этой игре не надо. Так, тут очень-очень много ящиков. Непонятно зачем. Все равно непонятно зачем. Подожди. Так, давай думать логически. Что можно сделать с ящиками? Учитывая, что друг на друга я их поставить не смогу при всем желании. Давай посмотрим, что будет, если будет вот так. Нет. Подожди-ка. Так. 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 Вот так. Кажись, я понял, что делать. Если сейчас этот вниз не поедет, будет хорошо. О. А, вот так? Я думал, просто по ним запрыгнуть надо будет. Оказалось, нет. Нет! Твою мать! Подними их, пожалуйста, обратно. Спасибо. Большое спасибо. Я думал, я облажался опять. Так, а как мне? Подожди, а как... А как мне туда залезть-то? Офигенно. А, вот этот убери. Нет, ты не можешь их двигать? Врешь, ты можешь их двигать. Вот. Вот, вот так вот. Да хорош, ну бляха-муха. К
Как сюда залезть? Не пойму. Так. Там нужно их 3 в ряд поставить, 100%. Но это мне никак не помогает. Да ядрить твою мать, ну залезь ты туда! Тихо, она меня угробит. Нет, не угробит, хорошо. Как туда залезть-то, черт тебя дери. Мудень. Мудень. Ну как туда можно не залезть, я не понимаю. Это же нереально. Эта дверь не открывается никак. Правильно, правильно. Да хорош, ну ёб... Разработчики, вашу мать, вы что, не можете хоть раз в жизни сделать что-то нормально? Какого ж хера-то постоянно такая жопа случается? Что делать? Мне надо все три ящика, по идее, поставить друг на друга. Логично? Я понял, как. Смотри. Потому что если не так, то у меня вообще вариантов нету. Да ё-моё, ну спустись ты! Долбаная курица. Смотри. Вот так. Далее. Вот так. Теперь бы самому не запутаться. Поехали. Поехали вверх, не тупи. Так. Теперь езжай вниз, а эту скидывай вот сюда. Теперь езжай наверх. Все. Все три друг на друге стоят. И теперь, да. Так, аптечка, подожди, не тормози. Так, лезть туда вообще не вариант. Так что нужно сделать. Господи, почему ты такой тормоз, а? Почему ты такой тормоз? И откуда? Слава богу. Я же хотел вот это сделать изначально. Так, как тебя тут? Вот так вот. Опа, что это за класс? На Е. А-а-а, в тень может прятаться, смотри-ка. Ой, твою мать, нет уж. Пойду-ка я все зачищу, наверное. Пока есть халявные патроны и халявный человек. Блин. Откуда? Откуда этот-то вылез? Хороший мальчик написано, кстати, сверху. И чего? А, ну да, там спуск вниз был, если что. Вот тут. Так, всех зачистили, всех. Спасибо, спасибо за службу. Больше в тебе необходимости нет. Вот, спуск вниз. Да меня-то забыл опять. Могу налево, могу направо, да? Элитные пингвины думают, что они такие крутые. Ходят вокруг в их синей униформе. Так, это мне пока не надо. Это лифт. Ага. А-а-а! Все понял.
понял, что это за место. Хорош. А мне это нужно было за... Подожди. А, все. Все, 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 все. Торможу. Сейчас берем вот эту. Потом. Ты же обратно у меня не запрыгнешь, правда? Конечно. Нахер тебе обратно запрыгивать? Одной-то хватит, я надеюсь. Дружище мой! Как ты меня заколебал со своими загонами уже. Так, а что там дальше было? Не помню, давайте еще сюда сходим. Пам-пам-пам-пам-пам. Что-то дернул. Отлично. Конечно, все, трындец. Ох, слава богу. Все, отлично, эта дверь тоже открыта, если что. А теперь можем сюда этот протащить. И толку с этого никакого. Замечательно. Потому что сюда мы его все равно не затащим. Логично, логично. Зачем тогда спускался? А непонятно зачем. Ну, есть лифт, ладно. Наверх. Пошли сходим направо. Я забыл, что там находится. А тут? Тут находится чуть меньше, чем ни хрена. Так, а слева там... Блин, а куда идти-то тогда? Вообще непонятно, подожди. Ну, предположим, ящики я могу спустить вниз, так? А что мне это даст? Ящики спустить вниз, как? Вот так. Предположим, понесли. Чуть-чуть не так. Все понял. Смотри. Торможу. Вот. Теперь мы... Все, 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 все. Во. Вот, отлично. Все-таки пригодились. Дятел. Ладно, давай его убьем. И откроем дверь. Отлично. Лишним не будет. Так, на этот уровень. Выше куда? Ага, это вот эта дверь. Подожди, а зачем мне ниже? Мне выше надо? Зачем мне выше надо? Зачем мне вниз-то? Выше. И еще выше. Да почему вниз-то, ёб твою мать? Опять три ящика нужно, слушай. Опять нужно три ящика. Правильно? Ну-ка, давай сюда лифт. Нужен вот этот ящик. Давайте сразу наверх отправим. Нет, стойка ты вот тут. Теперь мне нужен ящик вот тут и нужен ящик в самом низу. Да не нужен мне лифт, поехали. Такс. Ага, один ящик там. Сюда. Сюда. Отлично. Потащили. Ждем лифт.
Такс. Теперь бы его не уронить раньше времени. Все. А ящик в самый низ теперь нужно отнести один. Хер его знает, получится, не получится, но... О, аптечка. Как-то пока других идей у меня нету. О, патроны. Такс. Подожди. Ага, все понял. Опять через верх. Не-не-не-не-не, все нормально. Все нормально, не ссыкуем. Вот, поехали. Так. Теперь его вот сюда. И сюда. И теперь вызывать лифт. Такс. Первый. Сюда я не заберусь, так что мы сейчас делаем вот так. Вот так. Твою мать. Ты чё, шутишь? А, ну хотя чё я парюсь, это уже довольно просто. Такс. Такс, поехали. Не-не-не-не-не, мне надо вниз. Отлично. Так, где должны ящики стоять, понятно. Отлично. Теперь наверх. Такс. Должно получиться, обязано просто. И теперь тупо с ними кататься, пока не доедем на самый верх. Только стоят они стрёмно. Нет, нормально стоят. Хорошо. Да, все правильно. Ух, какие-то сплошные загадки непонятные. Тут же должен быть просто угар. Берешь автомат и шмаляешь в этих самых пингвинов. К херам эти загадки вообще. Что за... Не парься, не парься, ты все забудешь. Кто все это притащил? В смысле? Как я тебя не задел? Вот так вот. А толку? Ладно, предположим, ящик сюда. Теперь ты сможешь сюда залезть. Окей. Красавец. Еще один же выйдет? Выйдет, да, все правильно, это я накосячил. Хорош. Так, перепрыгни. Молодец. О, ящик. И ты больше не нужен. Такс. О, ты дверь закрылась как раз. Выход. Глава 12. Мост наполовину. Или мост и половина. О, пулемет, нихера себе. Что ж, давайте мы, наверное, вот тут с вами и закончим. Так, чтоб нас никто не увидел. Вот так садим. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал и на паблик ВКонтакте. Ссылка будет внизу в описании. Оставляйте комментарии к видео. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. Skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight.